Я молода, я хороша собой, я весела, у меня прекрасное состояние. Я встаю утром, смотрю, думаю, господи, как же ты, какая же ты красавица. Ну, это лучше тебя нет. Я так воспринимаю жизнь. Наталья Крачковская – заслуженная артистка России. За 40 лет кинокарьеры снялась в 70 с лишним фильмах. Любимица режиссеров. Один из самых востребованных типажей Леонида Гайдая. Веселый и жизнерадостный человек. Наталья Крачковская знает ответ на самый сложный вопрос – как влюбить мужчину в себя. В свои 76 эта женщина может похвастаться армией поклонников. Никогда еще в жизни мне, я могу совершенно сказать искренне, ни один мужик не сказал мне, что я не хороша собой. Не было такого поклонника до сих пор в море. До сих пор, например, вот здесь недавно меня проводил молодой человек, но он несколько дней уже ходил, даже больше. Вот, и потом уже в итоге, ну, уходит, приходит, все бесполезно, до подъезда, до свидания, до подъезда, до свидания. Вот он уже не втерпешь, он говорит, Наталья, нет, может, поднимемся к вам, попьем чайку, там, кофе. А у меня хорошее настроение такое, я так поворачиваюсь, гнилый. Ты что, маму потерял? Любимицей среди мужчин Наталья Крачковская стала не сразу, по крайней мере, она так думает. Многие годы она пыталась втиснуть свою нестандартную фигуру в какие-то стандарты. Много сидела на диетах и пришла к определенным выводам. Нельзя всю жизнь сидеть на диете. Это не жизнь. Это мука ходить все время с желтым цветом лица, смотреть голодными глазами, кто что ест, да пропадет и пропотом. Такая жизнь. Надо жить весело. И надо любить себя. А любить прежде всего в еде. Все говорят, у меня поклонники. 100 килограмм мечты. Леонид Йович прав всегда. Я однажды похудела, и он сказал, так, манная каша на сливках, туда взбитые два яйца, и чтобы каждый день, 3 раза в день, и поменьше движений. Набирай свое. Можно быть красивой и полной, убеждена Наталья Крачковская. Лишний вес не помеха счастью. Полные женщины, милые мои дамы, милые мои подруги, запомните, мужчины нас любят только такими, какими мы себя подаем. Полная ли вы, худенькая вы, но если у вас веселый нрав, если вам комфортно в этой жизни, вас будут любить обязательно, а будет, будучи вы стройняшкой невероятной, но с злым характером, желанием все время поесть, а вам этого нельзя. Вас никто любить не будет, будучи вы просто Венера Милосердия. Они будут это. Потому что надо самой себе воспитывать это желание доброты, любви и доброго отношения ко всему.